1 сентября, но мне почему-то даже не грустно, потому что сегодня выходной, но в то же время меня обманули с моим сабвуфером, который я купил на деньги, которые у меня остались с покупки автомобиля. И знаете, что это неприятно на самом деле, очень сильно неприятно. Я уже думал сейчас Фомкой его просто вот снять, вот так оторвать и отнести его вот так в пакете, этот в какой-то вот старый сломанный сабвуфер. Но ничего, ничего, мы сейчас с этим разберемся еще как, и им будет понятно, для чего они это сделали. Всем привет, дорогие друзья, с вами Личи, и это новый ролик про симулятор автомобиля 2. Реальная жизнь школьника перед 1 сентября. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то досмотреть ролик до конца, написать любимый комментарий и написать кодовое слово. И ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Ну а перед этим... Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Hustle Online. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Hustle Online» с телефона, потом нажать на кнопку «Играть бесплатно», и дальше нужно выбрать, если у тебя iPhone, тогда App Store, а если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле все очень легко, придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер, потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Все, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать «Мой Личи Топчанский». Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню, и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «ТОП», который даст вам приятный бонус и легкий старт игры. Заходи на Hustle и играй вместе со мной. Фух, на самом деле я очень рад, что 1 сентября перенесли на 2 сентября. И теперь у всех 2 сентября это 1 сентября. Ну, то есть линейка и всякое такое. И у меня появляется время, чтобы все это сделать. Потому что вот это была бы жесть, если бы я занялся этим всем 1 сентября. Потому что у меня бы вот это поставили сломанный сабвуфер. Потом вот этот день, вот это что-то там делать, менять... Вот у меня день сегодня в запасе есть, 1 сентября, и это очень круто. Так, а чё я с Фомкой хожу? А, я же хотел снять сабвуфер. Короче, я доехал до... Короче, вчера, если вы помните, мы с вами закончили вот там за автосалоном, мы встали, хотели музыку накачать, собственно говоря, включить ее, чтобы послушать, протестировать. Чё тут пробка прям возле двора уже, возле моего? Вот это я понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хотел музыку протестировать. Включаю сабвуфер, а он пищащий. То есть он сломанный. То есть он не работает. Он вообще пищит. Я, короче, думал к ним поехать после этого. Я поехал, у них закрыто. Я им звоню, они говорят, завтра будем. Я им объяснил ситуацию, что я сейчас его сам лично сниму. Они, короче, сказали, дружище, извини. Типа, мы не специально. Приезжай, мы тебе починим, типа, все. Я думаю, ну ладно, окей, ладно. И сам не стал снимать этот сабвуфер теперь. Пора, короче, нам поехать опять туда к этим пацанам. Как-то эту пробку надо будет объезжать. Вот это я понимаю, прям возле двора. Вот мне придется теперь на бабушкины цветы заезжать. Вот из-за этой странной пробки. Ну я, короче, попытаюсь на тротуару так заехать и по тротуару прокатиться. Вот между машинами вряд ли я тут проеду, потому что он сейчас может подгазовать, всякое. Короче, тут невозможно проехать между машин. Они вообще... настолько сильно близко подъезжают, что ладно, не будем экспериментировать. Я лучше вот так вот проеду. И теперь посмотрю направо, там никого нету. Да, там из-за какой-то аварии странной вот это вот все тут происходит.
Да уж, я такого не ожидал. Так, пешеходы идут по пешеходному или нет? Вот непонятно, вот куда этот пешеход идет? В город или стоять он будет тут? Вот это да, деловые какие. Ну, короче, на самом деле план с 1 сентября, ну, со 2 сентября. Ну, если не забывать, что 2 сентября это 1 сентября, тогда вот 1 сентября план у меня остается за планом. Главное нам успеть этот сабвуфер поставить, и я тогда накачу музыку прям вот на всю, и это будет на самом деле действительно жесть. Просто я не виноват в том, что действительно так получилось, что сабвуфер мне этот поставили, который просто не работает. Да, вот этот сабвуфер, но он просто пищит. И все, как я с таким сабвуфером поеду пранковать школу, если он будет просто пищать? Это странно, тогда проще с телефона включить, и то результат будет круче. Опять пробка, да что тут такое, почему везде пробки в городе? Вам не надоело создавать пробки в городе? Вот это я... Че, дорогу заблокировали? Че, они рофлят что ли? Опять придется через тротуар проезжать? Вот это да, какой-то странный день, странное воскресенье, 1 сентября, вот такие вот прикольчики вокруг меня образуются. Ну это довольно-таки странно, ну ладно, мы в принципе не первый раз тут, поэтому все. Короче, мы подъехали, надо будет сейчас позвонить этому чувачку, сказать, что я приехал, и пускай они мне меняют теперь, а то, ну что это такое? Если я школьник, то что, меня обмануть можно, что ли, теперь? Это ж неправильно, нельзя никого вообще обманывать, даже если ты школьник, то это не круто. Все, я, короче, ему звоню, и пускай они мне устанавливают другу. Все, ребята, заменили они мне. На самом деле, я удивлен. Потому что лично я думал, что мне поставят такие же, те же самые в точь-в-точь, но просто рабочие. Но мне они установили другие. Установили абсолютно другие. Да, они, конечно, по размерам чуть поменьше, но пообещали, что они будут даже громче. Я говорю, ну как громче? Эти вообще были пищалки странные. Они говорят, чувак, типа, вообще не переживай. Пранкануть школу хватит, я думаю. Ну, на самом деле, это круто. Поэтому сейчас я хочу где-нибудь спрятаться в парке вот так. И где-нибудь вот тут накачать. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это что-то я разогнался, Так, я хочу где-нибудь накатить музыку, чтобы было вообще круто. Чтобы было вообще мощно. К примеру, вот тут, кстати, вот это место отличное для того, чтобы музыку включить. Потому что все подумают, что это на аттракционе. Вот на этом музыка играет. Обычно ж в парке там музыка сильно громко играет. Это ж понятное дело. Вот. Просто тут у нас бесшумный парк такой, так сказать. Видите, даже шума нету никакого от этой вот штукенции. Хотя она даже, я помню, не работала какое-то время. А сейчас она работает. Да, это на самом деле круто. Окей. Ну ладно, давайте накатим музыку. Короче, вот, что мне поставили сюда. Посмотрите-ка. Ну и как? В принципе, ну да, они чуть-чуть меньше, в принципе, по размерам. Они отличаются от тех, которые у меня были, но все равно довольно-таки круто выглядит. Да, поменьше, но как бы место экономит. То есть багажник остается большой, можно еще много чего с собой брать. Окей, давайте тогда включим музончик. Так, какой-нибудь включаем. О! Вот он и музончик. Так, теперь отходим на какое-нибудь расстояние вот такое. И сейчас послушаем, подойдет ли для того, чтобы пранкануть завтра школу. Ну-ка. Вот это я понимаю. Отличненько играет. То, что в принципе нужно. Завтра школа вся будет в шоке. 1 сентября, точнее 2 сентября, или как 2 сентября, это первое. Вот это будет на самом деле жестко. Это будет жесткое 2 сентября, или как оно может быть еще первым, в принципе. Ну, окей, а вообще отличненько. Прям с открытым багажником в подъезде.
свалил, выключим, а то мало ли скажут, эй, этот чувак вчера в парке играл. Нет, это не я, если что, ничего я не палился вообще. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно пишите в комментарии «Пранк школы». Все, кто напишет слово «Пранк школы», обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а также присоединяйся к моему телеграмчику, телеграмчику-каналу, ссылочка будет в описании, зашел и начинай общаться там. Там на самом деле очень весело и довольно-таки круто. Поэтому, ребята, с вами был Личи, и всем до скорых встреч!